Добрый день всем, кто зашел на мой канал. Меня зовут Регина. И сегодня я хочу поделиться с вами такой радостью. У меня моя первая и пока единственная глоксиния дала цветочек. Он несколько дней раскрывается уже, ну, возможно, уже третий день. И сначала он был намного меньше, просто колокольчиком. А теперь этот колокольчик стал еще и по краям раскрываться. Такая у меня красота. Это первая глоксиния. Мой первый опыт разведения. Ну, нет, ну не разведения, а вообще не с глоксинией. И посмотрите, сколько у нее еще бутончиков со всех сторон. Мне осенью подарили ее уже отцветающую с желтеющими листочками. Когда они пожелтели, она полностью сбросила весь верх. Я ее не стала пересаживать и клубенечек не стала доставать. Я ее просто накрыла блюдечком и поставила в темненькое место, в темное и относительно прохладное на тот момент. И потом в конце февраля где-то я заметила, что у нее появился росточек. Но до этого я, ну, где-то, может, раз в 3-4 недели иногда опрыскивала по краю горшочка. И когда я увидела у нее первый росточек, совсем красненький от того, что он не видел света, я тогда уже достала клубень, пересадила его. Пересадила в ту же торфяную смесь торфа с перлитом, что и фиалки. В такой же смеси она у меня растет. В новый горшочек. Горшочек не очень большой. Но у нее и клубенечек-то не совсем маленький. Получается, от клубенечка здесь еще и дренаж. Я не стала ее ставить на фитильный полив, и потом только я уже. Когда насмотрелась видео, я увидела, что глоксинии тоже можно держать на фитильном поливе. Но это пока, так как это мой первый опыт, она у меня на верхнем поливе. Здесь дренаж, и получается, что от клубенечка со всех сторон, ну, буквально сантиметра полтора до стенок горшочка. То есть то, что надо. Листья у нее темно-зеленые. И я заметила, что если я немножечко на денечек опаздываю с поливом, у нее листья, вот сейчас они очень крепенькие такие, у них тургор имеется. И даже у самых больших, вот у этих огромных листьев, вот видите, какой он прям упругий. Как только я опаздываю с поливом, они сразу становятся как тряпочки, вот эти вот буквально вот краешочки, краешки листьев. Это означает, что ее надо полить. Но вообще, я, конечно, стараюсь не пропускать полив, поливать ее вовремя. Поливаю сверху по краю горшка. Сначала я увлажняю из пульверизатора, чтобы торф проще впитывал влагу. А потом поливаю спринцовочкой прямо по краю горшочка. И поливаю так, чтобы немножко вытекло немножко воды в поддон, и тогда я уверена в том, что я полила достаточно. И получается, что я поливаю, ну, по мере подсыхания верхнего слоя грунта это происходит. И получается, ну, где-то через каждые 2-3 дня можно на третий или на четвертый день, в зависимости от температура окружающей среды. Я не знаю, что это за сорт. Черенком я не пробовала разводить. И даже не знаю, буду ли я это делать. Ну, пока клубеньку. Вот метод с клубенечком меня пока больше устраивает. Ну, хотя, кто его знает, чем дальше дело обернется. И мне все интересно, получится ли у нее зацвести букетиком, или эти цветочки будут раскрываться по мере опадания предыдущих, уже состарившихся цветочков. Ну, посмотрим.
Если получится у нее хоть какой-то букетик, я обязательно покажу это вам. Опрыскивать я ее не опрыскиваю. Я только опрыскивала ее несколько раз вместе со всеми фиалочками, когда обнаружила Она клещи. Только-только еще бутоны только закладывала. И тогда ее опрыскивала. Опрыскивала фитовермом вместе с фиалками. Никаких, кстати, вот я думала, останутся пятна на листьях. Нет, никаких пятен нет. Все хорошо. Стоит она у меня на стеллаже. Также посреди фиалочек. И вы можете ее видеть в предыдущих видео. И даже в самом первом моем обзорном видео о фиалках на стеллаже. Там как раз я показываю, как там в горшочке виднеется малюсенький-малюсенький росточек, который только-только позеленел и дал зачатки первых листочков. Спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрите мои видео, ставите лайки, подписывайтесь на канал, ну и просто заходите и уделяйте внимание моим видео. Большое вам спасибо и до новых встреч!